Разнообразие танца джем, национальное телевидение Чуваши и развлекательный центр «Ананас» и «Мадагаскар Парк» представляют новый сезон проекта «Танцы без границ Kids». Какие направления самые популярные на кастинге проекта? Для чего участников просят импровизировать? Кто покорил жюри врожденным талантом? Новый сезон программы «Танцы без границ Kids» премьера 14 октября в 20:30 только в эфире национального телевидения Чувашии.